В округе оценили работу волонтеров. Глава Владимир Ужицкий вручил памятные награды неравнодушным молодым людям. На церемонии награждения в Центральном парке побывала наша съемочная группа. Друзья мои, я вам искренне желаю, чтобы у вас по жизни все сложилось и получилось. И вам огромное спасибо за ту работу, которую вы сделали. Во время пандемии они не остались в стороне, помогали от чистого сердца, не требуя платы за свой труд. Эти молодые люди рисковали здоровьем ради помощи тем, кто был в зоне риска. Слова благодарности и награды получили 40 самых активных волонтеров округа. И сегодня мы наградили 40 волонтеров. Это областные такие высокие награды. Ребята действительно старались. И очень приятно, что эта тема им нравится, они ей занимаются. Список добрых дел внушительный. Молодые люди обрабатывали заявки от службы социальной защиты, разносили продукты, ходили за лекарствами, оплачивали коммунальные услуги. Бывало, что одинокие люди просто хотели общения и поддержки. Когда вопрос встал о том, что людям нужна помощь сейчас и здесь, ну, для меня это был не вопрос, я просто знала, что я пойду и буду помогать. И я тратила на это просто все свое свободное время. И я считаю, что это мой долг. Волонтерский штаб активно работал в округе с марта. В основной состав входили 143 человека. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ.